За последние сутки, по информации республиканского ГИБДД, в Кабардино-Балкарии произошло 2 ДТП, в которых пострадали 4 детей. 2 из них доставлены в реанимацию детской больницы в Нальчике. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Тахир Дадуев с подробностями. Накануне в селении Старый Черек водитель автомашины ВАЗ-2101 сбил 2 девочек, 6 и 13 лет. Спустя 2 часа в Тырнаузе возле спорткомплекса «Геолог» в результате аварии пострадали 2 мальчиков, 8 и 9 лет. Владелец «Лады» 15-й модели, по информации ГИБДД, за 3 года 18 раз привлекался к административной ответственности. По обоим фактам ДТП проводится проверка. Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие в Эльбрусском районе, был лишен права управления на 18 месяцев. В момент ДТП также был лишенным. В настоящий момент получена информация о том, что решением мирового суда данный водитель заключен под арест на 15 суток. На данный момент один ребенок находится в состоянии искусственной комы. Ему снимают отек головного мозга. Второй мальчик, получивший ушиб мозга и открытый перелом голени, в сознании. Да, ребенок у нас еще в отделе находится после дорожно-транспортного происшествия. Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Так что будем лечить, заниматься. Одна из девочек переведена из реанимации в травматологию. Другую уже выписали. Тахир Дадуев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария.